оно принесет плоды. И принесут пищу многим, многим таким, как ты. Опыляй, пей нектар откровения и опыляй эти цветы лапками веры. Пусть этот цветок принесет плоды во сто крат, и многие насытятся этим откровением, многие насытятся цветами откровения, нектаром из цветов откровения. Пусть ни один цветок не останется без твоего внимания. Загляни в каждый, не поленись. Не поленись, тебе даны крылья, чтобы ты перелетал с цветка на цветок, чтобы ты искал его откровения. Тебе даны лапки веры, чтобы ты перебирал, перебирал. И опыль этот цветок, пусть он принесет плод во сто крат. Пусть он накормит многих таких, как ты. Пусть не умрет зря его цвет. Пусть не усохнет бесплодным. Не дай цветку откровения.
Дух Святой.
нуждается сейчас в этом. Исцели раны сердца, Дух Святой. Исцели раны души, Дух Святой. Исцели. Исцели эти раны сердца. Исцели эти крикущие раны души. Раны души кричат. Раны души кричат. Исцели, Дух Святой. Исцели этот крик души. Исцели эти раны сердца. Исцели этот крик души. Исцели эти раны сердца. Любимый Дух Святой. Кричит к Богу. Душа кричит к Богу. Душа кричит к Богу. Исцели душу. Исцели душевные раны. Я на путь исцелена от душевных ран. Исцели этот крик души. Исцели эти раны сердца. Иисуса. Яна, ты свободна от душевных.